Хочу короткое видео снять по инжирному персику, первое плодоношение ФО2. Сегодня 17 июля 2017 года. Ну, он созрел пару дней назад уже, мне не было времени снимать. Вот тут несколько плодов завязалось только. Я так коротенько сниму сейчас. Это мне на втором участке. Совсем другой формировки. Сейчас посмотрим, какой внутри. Белая мякоть. Вкус присущий инжирным сортам. Сладкий. Косточка манюня, маленькая. Вкусный сорт. Сочный, сладкий. Где-то с числа 15-го созрел. Ну, в этом году все на неделю позже. Мог бы и раньше созреть. Ну ничего, это первое плодоношение его. Он такой маленький. Сейчас пойдем посмотрим, выходит 4.